Приветствую вас на канале Asmodee Play. Подписчики и просто те, кто зашел на канал. Мы играем на Splinter Cell Blacklist. Так, штаб спецоперации. Давайте. Продолжим. Давайте начнем заново, потому что тут контрольная точка. Контрольная точка там же, где и начинается. Так, начать задание. Летим в Тегеран. Действуем быстро, даже на... Так, нам здесь не надо вообще и попадаться нельзя. И убивать нельзя, даже усыплять нельзя. По крайней мере, пока что так. Можно по верху, конечно, пройтись, но там... Давай. Так. Или же обойти. Предупреждаю. Если хоть кто-то из моих людей пострадает... Договору конец. Я никому не причиню вреда. Двигай. Сэм, похоже, давай. Прогрев сработал. Выдвигаемся? Да. Это ты мне или американским нянькам? Это чтобы ты знал, что я не один. Так. Как мило. Сейчас Сэм, поднимаемся наверх. Доберись до серверов и подключи к ним мою флешку. Она вытащит из них все давай. По черному списку. Понял. Через охрану пройти будет непросто. Легче пробираться над их головами, Сэм. Да мы знаем, только надо сначала, чтобы как-нибудь он отвлекся. Давненько американцы не отваживались забираться сюда. Ну-ка, что у меня есть? Сделали. Усыпляющий газ, нет. Изменились 79-го. Ну-ка, пройдись-ка. Я отвлеку охрану у входа. Готовься. سرباز جنرال استفاده امشب اینجا اوضاع آرومه بله قربان проходим проходим что ты слышал نه جنرال تصور نمیکنم کافی اونقدر давай 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 خود سری رو کنار بذاریم блин امریکایا میترسن معلوم نیست بخواد چیکار کنم بله جنرال البته حق با شما شخص لازم ولی باید از تاریخ درس بگیری و واسه موفقیت تلاش کنی Тише, тише. Опа. Перебрались. Видишь, вон там гараж. Тебе надо туда. Я отвлеку охрану. С камерами разбирайся сам. Иди в гараж, я буду ждать тебя там внизу. Так, мне в гараж. Так, а что у меня там? Ну-ка, давайте-ка посмотрю. Ну, можно залезть. Только мне туда зачем? Тихо, тихо. Так. Блин, на камеру не наступил. Ёж, твою мать-то. Все, генерал, я в гараже. Жди меня на нижнем этаже. Так. Что-то не так, Сэм. Последние слова в комнате охраны генерал произнес в необычной манере. Это мог быть пароль. SMI дает вероятность 37%. Смотри в оба. Так. Осторожней, осторожней. Так. Подождите, подождите. Блин, блинский. Ну, давайте уходите. Побыстрее, побыстрее уходите. Все еще здесь? Пока не закончу работу. Какая любезность. Так. Стой, не шагу дальше. Ладно. Бефармуй. Генерал Горбан, что вам фармудит, что я здесь? Боят бо сархэнг малу собат кунит. Ждем. Чего говорят, я не знаю. Гузареш ро бе шума беде, ва он ро руи мизе ман безарим. Ва аге унжа набуд, генерал? Чашм, бе ман этимад кунит. Мутят, мутят что-то.
Ну? За мной быстро. Здесь повсюду датчики системы наблюдения. А давай. Мой радиочип их глушит лишь на время. Зачем идти там, где столько датчиков? Затем, что у нас нет выбора. Иначе туда не пройти. Куда туда? Камерам. Где сидят такие, как ты, любители лезть в наши дела. Я пытаюсь остановить эту войну. Правда? Давай. Это с беспилотником-то в иранском небе? Иногда некогда вести переговоры. Слова хорошего солдата. Он заново включился. Дверью. Ну давай почти посмотрим. Пришли. Будь рядом. Сохранение. В чем дело? В том, что лучше моим близким умереть, чем жить жалкими предателями. Не путайте храбрость с глупостью, генерал. И все попутал. Американцы, не вы одни цените храбрость. А вы, должно быть, уборщики? Лезете сюда. Трясете оружием. Угрожаете невинным. А с черным списком вы в тупике, так? Я покажу, как поступать с террористами. Ну, Грим, ой, ой, ой. Давай. Так. Блин, я вообще-то на другое рассчитывал. Вау. Подождите вы. Прочесать территорию, тут кто-то есть. Почему я не могу его убить? Стреляют оттуда! Да подождите вы! Ой-ой-ой. Но мы заново зайдем. Кого ты там стрелял, я не знаю. Подождите. Вау! Во! Как я вас хорошо теперь-то вижу. А вы меня так же хорошо видите? Давай, спрыгивай. Так. Мне надо вниз, да? Ну давай тогда в таком вот режиме пройдем. Так, мне сюда. Вот сюда, да. Блин. Здесь-то что есть? Мертвые в камерах, ладно. Пойдем. Пойдем туда, куда нам направляют. Спасибо, Грим. Это все Чарли. Он снял защиту куца и отключил питание. Как раз доберешься до серверов, пока не включился резервный генератор. Так, вижу лифт, но он намертво заблокирован. Без чипа тебе не пробраться. Он есть у охраны. Так, так, так. Подождите, я что сюда залез? А! Подожди, не-не-не-не-не. О, нашел, почему сюда залазить надо. Тихо.
Вот так. Давай, покажись. Так, пока нормально. Понятненько. Свет снова включен. Лестница перекрывает. Нам до него не добраться. Я тебе доберусь. Так. А мне-то куда надо? Я сюда так шел, чтобы что? Ё-моё. Грим, иду к хранилищу. Что у вас? Слежу за эфиром. Они вызвали спецназ, который прочешет все здания, этаж за этажом. Ясно. Что там с твоей дешифровкой, Чарли? Потолок куда-нибудь идти. На флешке, которую я дал, алгоритм поиска. Он вытянет все на садик или черный список. Подключи, дальше все должно быть в ажуре. Должно? Нет, будет. Блин. Сэм, ты почти рядом с хранилищем. У тебя пара вариантов. Тихий, через систему охлаждения под бункером. Громкий, через терминал сзади комнаты со взломом двери бункера. Понял. Через систему охлаждения, конечно. Как будет тут думать еще? Ни хрена себе. На меня тут напали, блин. Приехали. Ага. Блин, хрен попадешь. Вот структура еще ушел. Нормально. Так, здесь как? Здесь пройти может? Закрыто. Так. Что случилось? Вот так. Посветлее будет. Где ты говорил, можно еще подняться-то? Да. Вот здесь, да, наверное, или как? Я не пойму, как открыть дверь. Ладно, ну давай-ка попробуем тогда так. Что это у нас? Эми помехи.
Давай, заметь меня. Эй. Да чё ж ты, твою ж мать, я тебя долго ждать-то буду. Давай, давай. За взрывчаткой идти, что ли, теперь? Ну, падла, ты меня вынудил. А где тут еще-то вот был? По вентиляции якобы. Где скрыто-то? Так. Гаджеты. Меняем камеру липучку. На, так, зажигатель, насколочно, светошумовая. Нет, под подрывной заряд. И идем уже тогда с ним. Только на разрушаемые двери. А нахрен тогда я поменял-то? Или что, мне с телом на плече надо пройти? Охренеть! Пошел отсюда. Заперто. Какой ты? Я из-за вас, блин. Все. Теперь не будешь дурацких вопросов задавать. Так, так, так. Тайник. Ну давай зайдем. Посмотрим, что за тайник. Так, куда ты? Вот. Подачу газа, Сэм. Панель управления где-то рядом. Сейчас все будет. Вот она. Выветрится. Ну так обходными путями. Смотрим. Еще назад. Вот куда-то же ведет он. Так, я вот зачем-то сюда пролез. Зачем, только не знаю, конечно. Мне бы так-то, по идее, надо наверх. Давайте бы наверх залезу, посмотрю. Так, вот и все.
одиночными непрерывно. Так, тихо. Умно нам поднимать здесь не надо. Что нам надо? Ага. Понятненько. Ясненько. А как отключается она? Куда она ведь? Хоть мне здесь по идее никто и не придет, но мало ли. Так. Давай. А, вот так. Так, бросить. Сбросить. Давай сбросим пока. Сейчас с телом обратно потом уйдем. Работает. Ништяк. Жди, пока скачается. Двери хранилища открыты. Продолжаем поиски. Так, минутку. На. Ищем нарушителя. Так. Что, не пойдете больше? Видишь? Ох ты какой дебил-то. Ой-ой-ой, валенок. На. На. Да. Трудно с вами. Что, все что ли? Я-то думал, блин, вас там будет тьма тьмущая. С грохотом и помпой хотел здесь все сделать. А получилось-то, блин, все так. Есть. Данные на флешке. Хват. Флешка у меня. Сэм, код блокирует коридор. Единственный выход через окно по канату. Подрывной заряд. Ну давай. Опа. Хороший спуск. Им по чертежам понятно, что там? Боюсь, нет, Сэм. На изымай пусто. Мы входим, готовьтесь! На! Так, нормально? Где вы? Ага. Нате. Выкусите. Ну и пойдем. А вы, блин, расползайтесь тут, тараканы. Блин, почти все на вас потратил, а вы нахрен никому не нужны. А сейчас у меня мало чего осталось. На вас тратить. Где ты, мать твою? Блин. Оче куфти буд.
Все нормально? Un pied! Un mordet! Помогу. Ладно. Без проблем. Так. Еще один усыпляющий газ. Тихо, тихо, тихо. Ну-ка. Вот так. Вроде пока тихо. Итак, давайте-ка сменим на камеру. Так, гаджеты снимаем. Подрывной заряд, дымовая шашка, нет, камера. Что назад? Ноутбук. Он нам нужен, только я не знаю. Опа! Что-то мы с него получили. Так, не туда, туда. Вот он где, ну так, и оставайся. Блин. Я уже в холле. Направляюсь к выходу. Сэм, на пути к точке эвакуации через сады, ворота. Все, здесь что у нас? Комнаты мониторинга. Подключись к терминалу, и мы откроем ворота. Да, без проблем. Открывайте ворота. Дай-ка я гляну, найдется ли там доступ. О, круто! Сейчас, Сэм, еще минутка, и я открою тебе выход. Давай. Блин, где меня заберут? Подбираю место. Черт. В чем дело? Новые подкрепления на подходе. Чарли, давай быстрее. Ну так. Есть новости об иранских солдатах? Открывайте. Странно, эфир чист. Они притихли. Чтобы избежать лишнего шума. Но надо уходить, Сэм. Это все равно иранский спецназ, а времени у тебя нет. Кстати, про время. Путь свободен, Сэм. Ворота открыты. Где? Бегу. А вы там придумайте, как мне выбраться отсюда. Пипец. Блин. Сплоховал, ладно. Еще разок. Бегу. А вы там придумайте, как мне выбраться отсюда. Так, так, так. Тихо. Вот так. Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Спите, спите. А что мне надо сделать-то? Ждать? Или открыть здесь где-то? Продержаться надо. Я думаю, так. Нет? А, нет, смотрите-ка, вот можно выйти. Идет подкрепление, Сэм. Где меня заберут? Брикс уже выехал. Брикс? Давай поругаемся, когда он вытащит тебя оттуда. Встречай его в дальнем конце сада. Нопус
ظاهرم اون پسر رو تحسین میکنه. من نگفتم از اون پسر خوشم بیاد، فقط گفتم که اون شجاعه، از جونش سیر شده، برای خودکشی راه بهتری از نرمال نه. Так. Блин. Вот вы только трещать можете. Так. Я так думаю, он мне тоже будет мешать. Какой захват? О захвате речи быть не может. На пути к фургону противник, Сэм. Похоже, на всех бойцах крепкая броня. Спасибо, Грим. Блин, ты меня утешила. Пока. Пока нормально. Пока иду. Не успел. Не успел он никого предупредить. А я вроде как успел выйти. А я успел выйти. Жми. Повесить пилотнику, к тебе едет с десяток машин. Ну что ж, на этом все. Вам приближается еще волна противника. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем сражении. Пока.